Всем доброго здоровечка. Только что на телефон получил сообщение о том, что на склад транспортной компании пришла на мое имя посылка. Я знаю, что это такое, поэтому еду сейчас срочным образом забирать. Ваши чеки и сдача 63 рублей. Не зря я постелил на кухне клеенку, потому что я знал, что товар я получил, ну, скажем так, не чистый, не стерильный. Что я получил? Я получил, как вы видите, небольшие такие вот деревца. Это очень важные деревья, это очень важные саженцы, можно так сказать. А если говорить более точно, это подвои, то есть небольшие деревья, на которые я планирую уже в ближайшее время делать прививку. Что я получил? Первое, я получил подвой черешни ВСЛ. Дальше получил подвой на яблоню, это ММ-106. И получил подвой на грушу, это у меня айва. Смотрю, продавец все упаковал тщательно. Вот здесь даже корневая система пересыпана влажными опилками. Все замотано вот такой вот кулек, который я безжалостно порезал, чтобы вам все продемонстрировать. Что я сейчас сделаю дальше? Я это все назад закрою, укутаю вот эти все клеенки, которые здесь лежит на полу, и отнесу все к себе в лоджию. У меня там такая низкая температура, наливая плюс один, как раз для хранения черенков. И пройдет определенное время, думаю, максимум недельки две, и часть из этих саженцев я уже достану и начну заниматься прививкой. Какая основная трудность и какая большая проблема с подвоями может возникнуть? Видите, это все грязное, потому что, естественно, он где-то хранилось, присыпанное влажной землей, наверное, на улице или в каком-то подвальном помещении. Проблема в чем? Проблема в том, что крупные хозяйства или фермеры какие-то, или плодопитомники, которые выращивают вот эти все подвои, они работают в основном с крупными партиями. То есть меньше чем 500 подвоев никому не интересно продавать, поэтому никто с вами не будет разговаривать, если вам нужно там, например, там 50, так как мне. Но я нашел продавца, зовут ее Виктория, она с Мелитополя, то есть оттуда аж приехали саженцы. Она любезно согласилась мне продать 50 ВСЛ, 50 подвоев на яблоню и, по-моему, 30 подвоев это айва. Все сделано хорошо, упаковано. Вопрос сразу возникнет, наверное, у многих, где можно это купить. Кому интересно, читайте внизу в описании к видео. Там будет телефон Виктории, я его размещу, звоните. Собственно, скоро начинается новый сезон. В этом году хочу попробовать зимнюю прививку, то есть прививку деревьев зимой, уже в феврале месяце. Поэтому, кому эта тема интересна, следите за каналом. Кто не подписан, естественно, подписывайтесь. В этом случае больше шансов, что вы не пропустите новых видео. Собственно, на сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока!